Командир легендарного подразделения Motorola в кабинете экс-мэра города Комсомольска. Хочешь трофей будет? Да, Сергей. Ничего интересного, как правило, в таких кабинетах не бывает. Не трогай, не трогай. Так, я в городе. Да? Карта города. Повесил ты его? Да. Все висит. В этом кабинете нам нужна только карта города. Уникальные кадры. Первый звонок из кабинета экс-мэра Комсомольская делает командир регионального подразделения. Тупо не шурши, не мешает. Она есть, но не вся. Да. Подробная? Да. Командир, ты обратил внимание, даже украинцы теперь говорят только Новороссия. Ключ от гаража. Гараж открыли? Нет, это отключено. Это вот, еще стоял почти. Гараж уж есть? Да, вон там. Надо досмотреть все сейчас. Гамбит, слышал? О, украинские новости. Они теперь нас называют «Впечатляй Новороссия». Понятно. Поняли уже. Все. Так. Вот страна Украина. Нет страны Украины.